Ветеринарная служба Цхинвальского района с 1 февраля начинает вакцинацию от бешенства домашних животных. Прививки будут ставить в течение рабочих дней на улице Герцена, 1. Прием и процедура вакцинации на безвозмездной основе. Вакцинация проводится собакам с 3-месячного возраста. Теперь с 3 до 6 месяцев вакцинируем двукратно. По достижению 6 месяцев проводится однократная вакцинация против бешенства, и причем иммунитет при этом сохраняется 1 год. Бешенство – острое инфекционное заболевание, представляющее серьезную угрозу как животным, так и людям в случае заражения. Единственно действенный метод против вируса – своевременная вакцинация. Прививки от бешенства защищают питомцев от потенциального заражения, а владельцам в прямом смысле спасают жизнь. Зараженное животное становится неуправляемым, а увернуться от его укусов практически невозможно. Первую вакцинацию от бешенства проводят в 3-4 месяца. Повторную через год. Прививку от бешенства собаке можно поставить в клинике или вызвать ветеринара на дом. Вакцина вводится подкожно исключительно одноразовым шприцем. Это вакцина Рабивак ВН-32. Но есть другие вакцины, которым проводятся прививки. Это вакцина Шелкова 51 для собак и кошек. Рабикан называется. Ну а данная вакцина, которой сейчас проводит вакцинация, это вакцина марки ВН-32. Производство Агровет, город Москва. За 10 дней до прививки необходимо провести дегельминтизацию и обработать собаку от блох. Желательно приводить животных в намордниках. Вакцинация продлится в течение 1 месяца. Лена Газаева, Регина Черткова, Аида Кочеева. Информационный выпуск сегодня.